на видеосервисе Premiere состоится премьера 6-серийной комедийной драмы «Соцсети», выход которой ожидается 7 января. Сюжет сериала разворачивается в Томске в ближайшем будущем. Один из самых старых городов Сибири связывает 6 отдельных историй, центральной нитью которых является размышление о тотальном одиночестве современного человека. Новейшие технологии и растущие, как снежный ком, социальные сети. Все это настолько сильно влияет на людей, что они начинают завывать, как может выглядеть настоящее живое общение и настоящая любовь. Интернет способен заменить людям практически все, огромный поток информации и слежка за чужими жизнями приводит к тому, что люди теряют собственное «я». Онтология призвана показать, что люди готовы положить на алтарь тотальной цифровизации и к чему это приведет. Главные роли в сериале исполнят Любовь Аксенова, Алексей Гоман, Кирилл Кяра, Антон Кузнецов и другие. Премьера 6-серийной детективной приключенческой мелодрамы состоится 7 января на видеосервисе «Премьер». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.